Новый онкоцентр заработает уже через 2 недели, заявил краевой министр здравоохранения Вадим Янин. Сегодня коллегам из телекомпании СТС «Прима» удалось посмотреть, как там все выглядит изнутри. Министр провел эксклюзивную экскурсию по центру. Мы сейчас находимся в одной из 17 плановых операционных. Она называется «Интегрированная операционная». Здесь предусмотрено рентген. Диагностика и рентген лечения под контролем лучевой диагностики. И операционная предусматривает режим трансляции. Можно это транслировать, соответственно, в любую точку мира, где есть наши коллеги, с кем мы хотели поделиться опытом, либо, соответственно, поучиться у них, да, для того, чтобы контроль осуществлять. Просто лампы иного свойства. Они дают бестеневой свет, в которых видна кровь. И для того, чтобы хирург зрением не уставал. А это все палаты будут по 4 человека? Нет, максимальная палата. Тем не менее, смотрите, еще раз говорю, для того, чтобы пациента можно было, ну, вот хочет остаться он один, да, то есть зонировать таким вот образом с помощью таких штор, то есть можно фактически любое место. То есть индивидуальная консоль, свет. Вот такая подсветка, есть верхняя подсветка. Здесь же все вот розетки для, ну, может быть, там iPad или там сотовый телефон. Что-то подключает, да. В том числе индивидуальный сейф, как, собственно говоря, в отелях, да, для того, чтобы хранить свои личные вещи, какие-то денежные. И для тяжелых больных такую вещь сделали, для того, чтобы он мог душ принимать, если действительно ему неудобно, да, то есть он может откинуть вот такую сидушечку и принимать душ сидя. При необходимости есть, соответственно, возможность вызвать медсестру, если вдруг плохо станет, сразу же из душевой комнаты, либо из туалета, там тоже есть такая. 23 года. Каждый год у меня одна головная боль была. Лишь бы где-то косметически сделать ремонт, где-то канализацию. В общем, безобразное было состояние. Но сейчас в эту сказку приехали. Вот это либо экскурсия, либо ваша инспекция здесь закончилась. Да? Давайте все-таки коротко подведем итоги. Вам все здесь понравилось? Ну, на самом деле, я здесь не первый раз и не последний раз. Да. Потому что, знаете, вот таких объектов, это, знаете, как такие роды живого организма практически. Вы видите, что, еще раз говорю, что корпус уже начал жить. Некоторые работы доделываются. Вот есть, да, есть 17 по, соответственно, 22 число мы перейдем сюда всех пациентов, которые у нас лечатся сейчас в хирургических корпусах. Ну вот видите, как хорошо получилось. Персонал проводил экскурсию для министра, а он экскурсию для наших телезрителей. Ну что, будем ждать теперь открытия.